Совсем парадоксально, совсем простой, но удивительно сильный фактор. У нас реально подавляющее большинство населения не знает, чем живет мир, не знает, что востребовано в мире. Самый правильный термин местечко, но он не очень корректный, поэтому не хотели употребляли. Но по сути это излишняя зацикленность на себе, на своей значимости, на значимости своего непосредственного окружения и так далее. Знаете, мы, например, привыкли считать, что Россия большая страна. Это не так, Россия не большая страна. Россия 2% мировой экономики, и это 4% мировой экономики. И не помню точно, сколько это там на 7 или 9 месте по населению. Да, есть еще, если Польша, которая занимается, действительно там самая большая в мире, параметры определяющие, что такое страна, вообще говоря, не имеет никакого отношения. В Японии население большинство А Япония, там, в отличие от России, это не 2%. Первые десятки, по крайней мере. Но это в разы больше мирового. Знаете, у нас сейчас все думают, что за границей России все озабочены. Нифига, барабан всех. Это только у нас можно думать, что Россия. А для нормального американца он хорошо бы слышал вообще о том, что существует такая Россия. Но американцы самое характерное, они вообще очень доместиковые. В Америке вообще количество людей там бежало за границу, но меньше. Есть, несомненно. Там есть, кроме этой местечковости, еще и абсолютно глобальность части общества, среды и абсолютно ориентированность на мировую. Знаете, иногда парадоксальный результат приводит. Я в основном опыте работаю на Microsoft, я хорошо помню, там топ маленьких Microsoft, это, в общем, все ребята были от Софи. Сыновья там фермеров в штате Вашингтон, попали на самый пик этого момента. Но в душе сохранить там фермерские страсти. Это очень любопытно, это считаю. И это им абсолютно не мешало быть глобальным. Этот набор, на самом деле, все что я перечислил, это культурный. Вопросы на нас, я России, это вопрос культуры. Да. Я вот твердо. И развивать инновации только через важный финансовый инструмент. Популяризацию, пропаганду. Борьбу уже наука, в конце концов. Вот там будет снимать фильмы и сериалы про ученых. Слушай, мы на самом деле этим давно занимаемся. Не всегда удачно. Приняли участие в нашем большом правах. Но с другой стороны, программа «Технопарк», которая была вполне
был успешным. Сейчас мы ищем другие форматы, вполне возможно. Куда к вам постучаться можно? Говорит, себе помощь. Она занимается, он что-то такое известно. Без запроса с ними. Просто из-за осознания того, что не будучи инновационным, невозможно выиграть ту гонку, в которой мы сейчас играем. Знаете, вот это, на самом деле, как ни странно, это осознание приходит только вот сейчас, вот, совсем не ко всем. Если послушать руководителей наших крупных государственных компаний, от них это не услышать, а услышать или скорее, что энергетические супердержавы, того, что падение цен на нефть случайности ненадолго, не такое, но подобное. Все определяется национальным состоянием с названием «Газпром». Да, на мой взгляд, ничего более вредного для нашей страны, чем «Газпром», просто не существует. Тем не менее, налоговая Петровская реформа единственная? У нас в стране подавляющее большинство там, реформ, преобразований, перестроек, они всегда игрались сверху. И в данном случае, да, я согласен с этим, что вот так. Но это явилось в том числе проблемой излишней зарегулированности государства в жизни общества. Потому что в тот момент, когда, условно, вожжи были отпущены, когда государство было слабое, в начале 90-х годов, да, это привело в том числе и просто там элементизм, криминал и так далее. Помещение науки на том месте, на котором оно находится. Но одновременно с этим это привело и как